Приветствую вас, мои коллеги вам уже ответили, я думаю, что повторяться мне нет никакого резона, нет никакого смысла, да, вот, я бы хотел, наверное, просто затронуть ту тему, которая не раскрывалась, на мой взгляд. Еще моими коллегами, вот, и, соответственно, хотел бы немножко раскрыть ее. Вы говорите о том, что вам угрожает мужчина самоубийством. Вот. Вы знаете, тут история такая, что если человек готов совершить самоубийство, да, ну, просто в теории, то это значит, наверное, что он, ну, себя не любит. Да, это значит, в теории, что ему на себя, в общем, плевать. Вот. То есть, ну, что ему неинтересно. Неинтересна жизнь во всех ее проявлениях. И так далее. Вот. И, соответственно, в таком случае человек вряд ли стал бы вас удерживать, потому что для тех, кто хочет покончить жизнь самоубийством, да, то есть, по сути, те, кто отрыгает жизнь. Жизнь сама по себе не важна, неинтересна, скучна. Вот. Поэтому мне видится ситуация, ну, скорее именно такой, что ваш мужчина никогда не покончит жизнь самоубийством до тех пор, пока он говорит то, что говорит. Парадоксально, но это факт. Это первое. Второе. Я не очень понимаю, откуда взялась эта идея. Идея о том, что вы будете виноваты, если он с тобой покончит. То есть вот эта вот идея, откуда она взялась. С чего вы взяли, с чего вы решили, что это вы ответственны за то, что он наложит на себя руки? По какой причине вы считаете чужую жизнь, в данном случае речь идет про него, важнее своей? То есть это вот у меня к вам такой вопрос. Дальше. Неумение разграничить ответственность, ну, например, свою ответственность, другого человека, свидетельствует об отсутствии у вас личных границ. Свидетельствует об отсутствии у вас личных границ как таковых, к сожалению. Значит, это лишь
что вы не имеете, говорит, нет. В свою очередь это значит, что в семье вас этому не научили. Почему-то, из-за чего-то, по какой-то причине, но не научили. Так бывает, к сожалению, так происходит, к сожалению. И очень важно этот момент учитывать для себя. Что делать, чтобы что? Пишите вы. Совершенно очевидно, что вы с молодым человеком, да, ну, начали встречаться, когда были еще детьми, сейчас вы уже ни много ни мало молодые люди, вот, это ни в коем случае нельзя не учитывать, вот, и естественно, что вы, и вы поменялись, и молодой человек изменился. Причина очевидна, что вы его перерастаете. Вы его перерастаете, вы хотите там, ну, действительно, вы хотите развиваться, вы хотите действительно идти вперед, он нет. Это его право, это его выбор. Начните с признания за человеком, Зинаид, право жить так, как он хочет, и делать все то, что он хочет в своей жизни. Ну, а комплекс вины, который вы описываете, он родом из детства. И работать, конечно, нужно с ним. Где-то вот у вас в семье, вероятно, как есть триггеры, допускающие, вот, которые провоцируют это самое чувство вины. Вот, но от него можно избавиться, его можно раскрыть, чувство вины беспокоить, оно вас не будет. Освободиться от него можно, не избавиться, а освободиться. Обратить его себе во благо, на пользу. Для этого, правда, нужно, чтобы вы этого хотели. Ну, нужно, чтобы вы готовы были в этом направлении работать. Вот. Собственно говоря. А вот, вот, в принципе, то, что я, наверное, хотел бы вам сказать и ответить. У вас, по-видимому, любовная зависимость к человеку. А, по-видимому, эта любовная зависимость, она формировалась не один день. Вот. И, возможно, даже не два дня, к сожалению. Поэтому, поэтому нужно вам от нее избавляться. В первую очередь, это работа с самооценкой, личными границами, вот, и освобождением от комплекса вины, который у вас есть. Не менее важным аспектом является потребностная сфера, которая составляет одну из основ эмоциональной привязанности к мужчине, в том смысле этого слова, что он
потребности, ваши желания, которые вы связываете с этим человеком, ваши собственные потребности, ваши собственные желания. Вот, это тоже нужно отдельно определить вам. И отдельно с этим нужно будет поработать. Вам. Вот. То есть вы сами пишете, что нашел ко мне подход, боюсь его смерти. То есть вы, кажется, сами готовы признать свою ответственность за то, что именно вы боитесь этой самой его смерти. Что этот самый страх его смерти есть только у вас. Это вы боитесь, это не кто-то боится, а вы. Вот. Соответственно, то, что в первую очередь вам нужно для себя понять. То есть, ваш страх, он никуда не денется, но отграничьте его от мужчины. Отграничьте его от молодого человека. Скажите, придите к тому, да, что я боюсь не из-за того, что он там что-то говорит, что-то обещает, что-то может сделать. А я боюсь потому, допустим, я боюсь потому, что, ну вот, для меня это страшно. Чем-то, чем-то. Вот. Я буду чувствовать себя виноват. Не я буду виноват на самом деле, а я буду чувствовать себя так. Виноват. То есть я буду себя обвинять. Ну, а как я, как уже вы, наверное, догадались, что обвинению себя нас учат люди. Вот. Обвинение себя нас учат другие люди, которые, ну, вокруг нас, ну, находятся. И, соответственно, именно от них мы научаемся это делать, то, что делать. Поэтому вот этот вот сценарий, то, чему вы научились от них, от людей, нужно исследовать и выходить из него. В этом вам может помочь как раз таки психолог, с его помощью вы можете от этого всего освободиться. Но этому человеку невыгодно, чтобы вы занимались чем-то, ну, своим, одному человеку невыгодно, чтобы вы занимались чем-то таким, но этому человеку это невыгодно, потому что он может вас потерять, он боится вас потерять. Вы только задумайтесь, пожалуйста, о том, а почему он боится вас потерять, и для чего он боится вас потерять. Вот. Ну и, конечно, как вы уже поняли, семейные проблемы ваши, которые у вас есть, да, их нужно поисследовать, потому что, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что в вашей семье есть трудности, на мой взгляд. Совершенно очевидно. Вот. С этим нужно разбираться. Опять-таки.
Вот. Такая вот история. То, что я могу сказать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.